Приветствую вас, друзья. Меня зовут Александр Алехин, я телерадиоведущий. И я хочу заметить, что прямое интернет-общение входит в нашу жизнь стремительно, и рабочие процессы, конечно, тоже не остаются в стороне. Я рад вам сообщить о том, что мы открываем цифровую конференцию «Faberlic», и сегодня мы с вами узнаем, вам будут наглядно показаны все имеющиеся инструменты, помогающие в развитии бизнеса. Слушайте внимательно, это будет очень интересно. Ну и прямо сейчас я с большущим удовольствием представляю вашему вниманию и передаю слово директору по информационным технологиям Faberlic Валерию Копленко. Валерий. Здравствуйте, дорогие друзья. В этот замечательный день я хочу представить с гордостью вам наш новый проект. Это наш новый сайт «Партнер 2.0». Как вы знаете, наш сайт существует уже очень давно, мы пользуемся им очень много лет. Сначала мы начинали с директорских центров, далее на нашем сайте появлялись новые функции, мы росли, изменялись, бизнес рос, появились каталог, появились карточки товара, появились пункты выдачи, а в последнее время появились такие вещи, как реферальность, шеринг в социальные сети, то есть все веяния, которые накладывают на нас запрос цифрового мира. К сожалению, из-за того, что мы строили это здание долго и упорно, со временем оно стало неустойчивым. И как вы сами заметили, в период высоких продаж мы наблюдали падение сайта, мы наблюдали потерю продаж. А также еще один минус из-за того, что это здание было таким большим, но с очень многими пристройками, его было очень сложно улучшать. Новые функции очень медленно дорабатывались и появлялись очень медленно. А в современном цифровом мире это, конечно, не дает нам конкурентных преимуществ. Поэтому мы приняли решение, что нам необходима полная перезагрузка нашего сайта. И этот проект «Партнер 2.0» мы сегодня вам представляем. Хотелось бы сказать буквально пару слов о том, что это такое с точки зрения архитектуры. Сервисная архитектура — это когда за каждое действие в системе отвечает тот или иной сервис или та или иная программа. То есть за заказ одна программа, за зарегистрацию другая, за отчеты третья, а не так и сейчас за все один сайт. Это позволяет нам выдержать любые нагрузки и очень гибко изменяться. Но это совершенно не значит, что с точки зрения обычного пользователя вы будете ходить по куче разных программ, переключаясь между разными окнами. Нет, вы можете увидеть пример этого в хорошо известном нам, например, Сбербанк онлайне или видео. Когда вы работаете на одном сайте, видите всегда один сайт, но на самом деле под этим очень много сервисов, которые позволяют эту структуру держать в период высоких нагрузок. Также хотел бы вам сказать, что сейчас мы уже запустили наш проект в нескольких странах. Пользуясь случаем, хочу принести огромную признательность тем консультантам, которые были первыми, потому что быть первым — это всегда очень тяжело. Будь то это освоение космоса, новых территорий или новый сайт. Быть первым всегда очень тяжело, трудно, это я знаю по себе, не понаслышке. Итак, у нас состоялся запуск в Киргизии, в Азербайджане, в Таджикистане. Еще раз спасибо всем нашим консультантам, нашим лидерам в этих странах. И сейчас мы подошли к моменту запуска в России. 22 июля у нас состоится запуск. Но этот запуск состоится, это будет только первый шаг в большой программе нашего проекта. Потому что сейчас мы запускаем тот шаг, который связан с заказом, который связан с заказом нового консультанта, который связан с заказом потребителя. Наша цель — упростить максимально и показать, как можно просто и понятно сделать заказ. Но это не конец. Помимо запуска во всех остальных странах, у нас также появится новая упрощенная регистрация. Причем эта регистрация в себя вберет весь наш опыт накопленный по регистрации и в социальных сетях, и по регистрации с верификацией и так далее. То есть мы планируем кардинально упростить все процессы, при этом не потеряв ни грамма бизнес-логики. Также у нас в работе новый личный кабинет консультанта, новый современный инструмент, который позволит вам вести бизнес и развивать ваши структуры. Я также хотел бы отметить, что мы очень ответственно подходили к выбору платформы для нашего интернет-сайта. На этом слайде вы можете увидеть тех мировых лидеров, которые пользуются этой же платформой, и они с помощью этой платформы принесли значительные улучшения в свой бизнес. В частности, мы можем увидеть, как некоторые компании увеличивали объемы продаж, некоторые компании наблюдали значительный рост числа заказов, рост числа посетителей. Конечно, сайт сам по себе не способен решить эти заказы, не способен решить эти проблемы, но самое главное, что мы получаем возможность развивать, растить наш бизнес. Но, конечно, сейчас самое важное, как можно больше рассказать вам о том, что все-таки вы увидите 22 числа. И я приглашаю сюда Антона Семенова, руководителя разработки этого проекта, который, как и все
мы вложил частичку своей души в него. Он расскажет вам о том, какие есть функции на новом сайте и с чем вам скоро предстоит увидеться. Спасибо, Валера. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вам расскажу про наш новый сайт немного поподробнее. Не только расскажу, но и покажу, какие новые функции нас ждут, как это будет работать. Первым делом, перед тем, как перейти к презентации, я хотел бы еще раз поблагодарить наших коллег из Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана за то, что они стали первопроходцами, за то, что они пережили все это, пережили запуск новой системы. Было нелегко, но мы все справились. Спасибо вам большое, друзья. Моя презентация основана на сайте рабочем для этих стран, поэтому не удивляйтесь, цены будут не в рублях. Но, тем не менее, мы переходим к презентации. Что же мы, собственно, запускаем? Как сказал Валера, мы запускаем сейчас только первый этап. Мы запускаем интернет-магазин. А именно, мы запускаем новый каталог товаров, нашу витрину, наше лицо и наш новый заказ. Потому что заказ, как известно, это наша такая болевая точка. Заказы делать у нас сложно. Мы постарались максимально все это упростить, в том числе для новых консультантов. Итак, 22 числа все консультанты, новые пользователи, сайтов Faberlic.com будут автоматически заходить на новую версию сайта, которую мы с вами сейчас посмотрим. Итак, первым делом нас на сайте приветствуют подсказки, которые должны помочь нам сориентироваться в интерфейсе сайта. Ими можно воспользоваться сразу, либо же мы можем их скрыть и вернуться к ним в любой момент, щелкнув на значок в левой нижней части экрана. Идем далее. После того, как мы посмотрели на подсказки, система просит нас указать населенный пункт, в котором мы находимся. Система автоматически определяет, где мы, но если вдруг она сделала это некорректно, есть возможность уточнить населенный пункт вручную. Это важный пункт, поясню, для чего мы его сделали. Ранее мы на сайте, в каталоге для неавторизованных пользователей показывали только те товары, которые входят в текущий каталог, а не те, которые есть на наших складах, которые, как мы знаем, гораздо больше. А теперь же, после выбора населенного пункта, мы сразу знаем, остатки какого склада показать этому человеку, и показываем каталог полный, а не только то, что есть в нынешних печатных версиях. Идем дальше. После того, как мы указали город, мы можем авторизоваться. На этом шаге это делать не обязательно, но система дает такую возможность. Сделать это можно, нажав на значки регистрации и авторизации в правом верхнем углу экрана, либо же воспользоваться большими кнопками прямо на главной странице. В данном примере консультант уже есть, регистрировать мы его не будем, просто авторизуемся. После входа в систему в правом верхнем углу значки авторизации и регистрации меняются на приветствие и ваше имя. Идем далее. Теперь перейдем непосредственно к каталогу товаров и посмотрим, как он теперь выглядит на примере категории косметика. Таким образом выглядит список, в нем есть товары. Выглядят они, как видите, немного по-разному. У каких-то есть большие карточки, у каких-то маленькие. При наведении на товар у нас сразу есть возможность его купить. При этом товар добавляется к нам в корзину, мы можем продолжать покупки. Идем далее. Теперь посмотрим каталог на примере другой категории, а именно одежде. Одежда у нас отличается тем, что в товарах есть варианты. Такие же варианты у нас есть в декоративной косметике. Там это цвета, в одежде это размеры. Мы их вывели непосредственно в список. Теперь нам нет необходимости заходить в карточку товара. Прямо в списке мы можем посмотреть, какие размеры, пощелкать по ним, посмотреть, какие из них есть в данный момент наличие на складе, если вдруг что-то нету. И, выбрав нужный размер, нажать кнопку «Купить» и добавить его в корзину. Идем далее. Система фильтров на сайте абсолютно новая. Мы ее переработали. Раньше не секрет, что фильтры были у нас неинформативные, там было много всякой технической информации. Теперь мы над ними серьезно поработали. Также у нас есть два фильтра, которые идут на все категории. Это фильтр по доступности и фильтр по каталогу. Фильтр по доступности позволяет нам отобрать только те товары, которые есть в наличии на складе. Фильтр по каталогу позволяет выбрать товары, которые входят в текущий
эфире наши каталоги компании. После того, как мы применили фильтры, при прокрутке вниз кнопка фильтров у нас фиксируется в правом верхнем углу. К ней можно всегда вернуться, например, добавить еще один фильтр. Для этого прокручивать список обратно вверх не нужно. Также все время с нами рядом кнопка «Очистить фильтры», благодаря которой мы можем быстро вернуться к изначальному списку товаров. Идем далее. Сортировка также серьезно изменена. Кроме сортировки по умолчанию, в которой наверху выводятся более новые товары, далее более старые, консультанту предоставляется выбор. Можно отсортировать товары по названию, либо по цене, как по возрастанию цены, так и по убыванию. Фильтры у нас также ходят все время с нами. Мы всегда можем вернуться к ней. Сортировка ходит с нами там же, где и фильтр. Мы всегда можем вернуться к ней и изменить ее, нажав на кнопку фильтра. Идем далее. Поиск. Здесь, наверное, самое большое изменение. Раньше поиск был достаточно примитивный. Он позволял находить товары только по артикулу либо по полному совпадению слова в его наименовании. Теперь поиск у нас интеллектуальный. Он сделан по принципу поисковиковых систем, таких как там Яндекс или Google. Он позволяет находить товары не только по артикулу, наименованию, по его описанию, но и по частичным совпадениям слов, по синонимам, по словам с разными окончаниями, то есть не обязательно точно угадывать формулировки, как это написано, скажем, в описании товара, а нам подбираются товары, которые подходят по смыслу под наш поиск. Также поиск будет постоянно развиваться, он будет обучаться на основании того, как мы будем им пользоваться, какие товары будем выбирать, а его выдача будет все более и более точной и будет предлагать консультантам товары, которые именно он искал. Идем далее. Также для удобства и быстроты пользования каталогом у нас существует так называемая мини-корзина. Если навести на значок корзины в правом верхнем углу, не нажимая на него, то всплывает окно, в котором мы видим товары, которые мы уже добавили в корзину. Мы можем видеть их общее количество, общую сумму, сумму баллов. Можем оценить это и вернуться к выбору товаров, не переходя на отдельную страницу, не переходя в корзину, не отвлекаясь от выбора товаров. Идем дальше. Таким образом выглядит карточка товара. В ней сохранены все основные характеристики товара, его описание, его свойства, способ применения, но отдельный акцент сделан именно на фотографиях или картинках товаров. Галерея имеет два вида, как свернутый, когда мы можем листать изображения, они показываются по два, так и полноэкранный режим, в котором мы можем вывести больше изображений, рассмотреть то, что нам интересно. Также, конечно, мы не забыли про галерею больших размеров, галерею плюс сайз. Она также имеет два варианта отображения, вот такой полноэкранный, либо вместе с описанием. Внизу под картинками выводятся размеры или цвета товара, если они в наличии, если они у этого товара есть. Соответственно, после выбора размера и просмотра всех картинок, чтения описания товара, нам остается нажать только на кнопку «Купить», и товар будет добавлен в корзину. Пойдемте дальше. Также мы не забыли про необходимость нашими товарами делиться. Понятно, что наши консультанты любят наши товары и делятся ими как в социальных сетях, так и в мессенджерах. Все основные сети мессенджеры нами поддерживаются. Можно поделиться в любой момент. Также хотел отметить, что если мы делимся ссылкой от лица зарегистрированного консультанта, то в этой ссылке записывается его идентификатор, что позволяет человеку, который перейдет по этой ссылке и решит зарегистрироваться впоследствии, попасть под именно этого наставника, который поделился с ним ссылкой. Идем далее. Теперь непосредственно перейдем к корзине. Если нажать на иконку в правом верхнем углу экрана, мы попадаем в основной экран корзины, на которой мы можем также управлять тем, что мы в нее добавили. Можем пользоваться кнопками «плюс», «минус» для того, чтобы поменять количество выбранного товара, либо можем нажать на кнопку «корзина» для того, чтобы удалить товар из корзины полностью. Идем дальше.
Также мы, конечно, помним о наших профессиональных консультантах, которым не всегда удобно пользоваться каталогом. Часто у них есть уже готовый список товаров, записанные где-то на листе бумаги. И мы сделали возможность добавлять товар непосредственно в корзине, введя его артикул или наименование. Здесь же можно сразу посмотреть его название, выбрать количество и добавить в корзину. Также здесь предусмотрено совсем быстрое добавление товара без помощи мыши. То есть можно ввести артикул, после этого нажать Enter, ввести количество, еще раз нажать Enter, и мы перейдем к вводу следующего артикула и так далее. Таким образом, без использования мыши очень быстро из записной книжки мы можем перенести те артикулы, которые нам необходимо заказать. Двигаемся дальше. Также для профессиональных консультантов, конечно же, важно знать, сколько какой товар стоит баллов. Для пользователей мы по умолчанию это значение скрыли для того, чтобы наших новых покупателей не путать, чтобы они видели только цены, пока они еще не знают, для чего нам нужны баллы и как они ценны. Для того, чтобы вывести эту информацию, достаточно нажать на значок «Показать больше информации», и мы увидим баллы. Идем далее. Самое большое изменение в нашей корзине – это механизм промо-акций. Теперь они не на отдельном шаге, они показываются сразу в правом блоке корзины. Здесь мы видим категории наших акций, счетчик их и также количество акций, которые мы еще и не просмотрели, для того, чтобы мы могли оценить, не появилось ли у нас каких-то новых акций в процессе работы с корзиной, которые мы еще не видели. Таким образом выглядит список акций внутри категории. Есть шильдик New, который говорит о том, что эту акцию мы не просматривали. При нажатии на кнопку «Посмотреть» мы видим непосредственно товары, которые мы можем получить по этой акции. Можем посмотреть на товар, добавить его в корзину при помощи кнопок «Плюс», либо кнопки «Добавить», после чего нам остается нажать кнопку «Применить», акция попадает в нашу корзину. Как видим, значок «New» этой акции исчез, мы ее уже посмотрели. Больше на нее внимания можем не обращать, если нет такой необходимости. Теперь посмотрим, как выглядит акция, когда в ней большой список товаров. С такими акциями у нас всегда были некоторые сложности. Здесь список можно всегда пролистать вниз, просто мышкой проскроллить, посмотреть, какие товары есть. Но кроме этого мы предусмотрели и поиск, который работает и по артикулу, и по названию. И если мы заранее знаем, какой товар мы хотим выбрать по акции, можем воспользоваться им. После поиска остается опять же нажать кнопку «Добавить», и товар будет включен в нашу корзину. Также в акции предусмотрена сортировка. Аналогично тому, как в каталоге, товары можно отсортировать по наименованию, либо по цене, как в большую, так и в меньшую сторону. Также в акциях, естественно, мы не забыли про баллы. И при необходимости можно поставить галочку «Показать больше информации», и по каждой номенклатуре нам выведется количество баллов, которые мы заработаем при ее покупке. Применяем акцию. На ней тоже, как видите, пропал значок New, она теперь просмотрена, и мы возвращаемся в корзину. Сразу обращу внимание, что дополнительных шагов у нас теперь нет, что раньше вызывало много сложностей, теперь у нас все на одном шаге. Здесь у нас находятся и те товары, которые мы добавили по акциям, и те товары, которые мы просто добавили в каталог. После применения акций, не отменяя их, мы можем продолжить делать покупки, вот, например, воспользоваться быстрым добавлением по артикулу, или даже можем перейти в каталог, посмотреть товары там, добавить оттуда, после чего мы можем снова вернуться в акции и, например, выбрать что-то еще. Так, мы на этом примере забыли выбрать упаковку, можем выбрать еще и дополнительно пакет. То есть, как видите, в отличие от того, как было раньше, ходить по шагам туда-сюда, применять акции заново, смотреть, какие из них перестали работать, больше необходимости нет. Применяем акцию с пакетами, возвращаемся в корзину и можем продолжать дальше наши покупки, либо завершать
завершать оформление корзины, если нам больше ничего не нужно. Хочу отметить, что механизм акций изменен у нас очень серьезно. Как видите, они все у нас отрабатывают теперь прямо, так сказать, на лету. Нам не надо отдельно нажимать кнопки, чтобы они рассчитались. Но это накладывает на нас и некоторые ограничения. Для того, чтобы запуститься без проблем, чтобы все акции работали, акции мы запускаем в два этапа. Первым этапом мы запускаем все основные акции. На второй же этап у нас отложена самая сложная в реализации акция – это Faberlic Club. Акцию мы не отменяем, мы ее приостанавливаем. Она будет запущена через три компании после того, как мы отладим весь механизм, и никаких проблем с акциями у нас не будет. Также замечу, что в течение трех компаний, пока акция не будет доступна, все баллы будут накапливаться. Просто нельзя будет воспользоваться подарками, предложениями по этой акции. И в качестве такого дополнительного бонуса для тех, кто хочет успеть воспользоваться предложениями, у кого уже накоплено достаточное количество бонусов по этой программе, в конце этой кампании мы не будем отключать акцию Faberlic Club, она будет работать до самого конца. И все желающие смогут успеть истратить свои бонусы. Идем далее. Так, на акциях мы на новом сайте делаем отдельный акцент, поэтому еще так небольшой момент, что мы на каждом товаре, который участвует в акции, выводим значок такой подарочка, при наведении на который мы можем увидеть, в каких акциях у нас участвует товар. Этот же значок у нас существует в карточке товара, то есть, рассматривая товар более детально, мы тоже можем получить информацию о том, в каких акциях он участвует. И даже после добавления товара в корзину, если на этот товар не отработала никакая акция, но теоретически это возможно, то при наведении на этот же значок можно получить информацию о том, в каких акциях может участвовать товар и какие условия необходимо еще выполнить, чтобы получить его по спецпредложению. Далее. После того, как мы закончили выбирать акции, выбирать товары, нам остается выбрать точку доставки. Для этого нам необходимо авторизоваться. Обращу внимание, что раньше мы этого не требовали, то есть любой пользователь мог воспользоваться даже промо-акциями до того, как он зарегистрируется или введет логин, пароль на сайте. Но перед выбором точки доставки авторизоваться, ввести свои данные уже необходимо. Выбор точки доставки предлагается по умолчанию по тому городу, который указан у нас на сайте. Сразу выводится в правой части список всех пунктов выдачи постаматов почтовых отделений, которые, где можно получить товар в нашем населенном пункте. Наверху представлены фильтры, которые позволяют отобрать именно конкретный способ доставки, например, постаматы или пункты выдачи. И в левой части у нас интерактивная карта, на которой выводятся все возможные точки. Карту можно как увеличивать, так и уменьшать, посмотреть точки хоть по всей России и выбрать необходимое. После того, как мы определились со списком товаров, точкой нам остается только решить, как мы будем получать наш заказ, какими доставками. В большинстве случаев, когда весь товар может быть доставлен одной датой, никаких больше действий не потребуется. Но для примера я выбрал сложный вариант, когда товары находятся в разных местах и могут быть доставлены в разное время. Идем дальше на страницу разделения заказа. Итак, страница, на которой мы видим, какими способами мы можем получить наш заказ. Он может быть как доставлен целиком, то есть когда все товары будут на складе, будут готовы к отгрузке на пункт выдачи, мы отправим весь заказ сразу. Он может быть разделен на две части. Таким образом, мы отправим со склада в одной поставке те товары, которые есть в наличии, и остальной поставкой позднее довезем все товары, которые в данный момент на складе отсутствуют. И третий вариант по мере поступления, который появляется, когда дат доставки различных много, когда на пункт выдачи товар может быть привезен в 3, в 4 и в 5 разных дней, тогда заказ разобьется на такое количество доставок, сколько разных дат у нас есть у товаров.
Когда мы выбираем нужные варианты, у нас внизу раскрывается детальная информация по каждой доставке. Мы можем посмотреть по ней суммарную информацию, можем посмотреть, какие товары входят в каждую из доставок, и также посмотреть на даты, для того, чтобы определить, какая дата каким образом влияет на дату доставки заказа в целом. Это разделение на две части. И третий вариант – разделение на три доставки. Здесь, соответственно, заказ у нас разделился на три части. Одна часть придет в одну дату, вторая часть – в другую. У всех товаров в рамках доставки дата получилась одинаковая. И товары, которые совсем далеко, будут отправлены нам третьей датой. Также справа у нас отображается информация, дополнительная информация о наших доставках, именно сумма к оплате, сколько баллов за эту доставку мы заработаем, сколько там списано скидки, промо-скидки, прочих подобных вещей. Можно это все посмотреть достаточно подробно и определиться с выбором того, как мы будем получать наш заказ. Как видите, мы сделали достаточно гибкую систему. Теперь нашему консультанту самому можно выбрать, как он хочет получить свой заказ. Хочет ли он получить его одной доставкой, таким образом, не ходя на ПВ много раз и сэкономлен на стоимости доставки, либо же он готов ходить на ПВ много раз по мере того, как товар приходит, если ему он очень нужен. Но важно, мы уложили нашу корзину, как вы видите, всего в два экрана. Первая часть товарная, вторая часть с выбором способа доставки. Мы значительно уменьшили количество шагов, но теперь нам необходимо сразу именно на этом этапе определиться с составом нашей корзины. Корзина, сразу скажу, что это уже не то, что как раньше какая-то корзина на сайте, это вполне серьезный документ, который обеспечивает резерв по товарам, который держится в течение 3 часов. То есть при добавлении товара в корзину никто другой его уже купить не сможет. Ну, если вы, конечно, авторизованный пользователь, для тех, кто просто зашел посмотреть, резерв мы не делаем. Так вот. Корзина – наш основной инструмент. Заказ, который будет создан, если мы нажмем на кнопку «Заказать», уже отдельный документ, и сразу же после его создания мы начнем готовиться к его сборке. И после того, как он будет создан, отредактировать его уже нельзя. Все редактирования необходимо провести в корзине до того, как мы нажали кнопку «Заказать». Идем далее. Так выглядит итоговая страница уже заказа, после того, как на странице корзины мы нажали кнопку «Заказать». Здесь мы видим, на какие доставки разделен наш заказ, видим по каждой из них общую информацию, вес, стоимость. Также можно развернуть каждую из доставок, посмотреть какую-то более подробную информацию, когда она приедет, какие товары в нее входят. Также можно с этого экрана перейти к оплате заказа. Оплата достаточно проста. При наличии денег на счету достаточно просто нажать кнопку «Оплатить», никаких дополнительных подтверждений, и доставка будет оплачена. Каждая из доставок может быть оплачена отдельно в любой момент, вплоть до получения на пункте выдачи. Также важный момент. Теперь мы показываем в качестве даты доставки не дату прихода на склад, как это было ранее, и приходилось еще рассчитывать, а когда же товар доедет нам на пункт выдачи, мы показываем сразу окончательную дату, когда товар можно будет забрать. И следующий важный момент. Если раньше в случае просрочки доставки человек просто ждал, писал в обратную связь и не понимал, когда ему приедет товар, то теперь, как только мы выясняем, что товар не может быть по каким-то причинам доставлен вовремя, мы поменяем у этой доставки дату и дополнительно оповестим консультанта по электронной почте о том, что дата доставки была изменена. Идем далее. Также на экране заказа есть кнопка «Удалить». Если все-таки с заказом что-то не так, мы ошиблись, мы больше не хотим по какой-то причине заказывать эти товары, мы можем нажать эту кнопку, и все товары и эти заказы, заказ будет удален. Заказ удаляется только целиком, то есть удаляются все поставки, которые входят в него. Удалить отдельную доставку нельзя. Также для удаления заказа нужно, чтобы ни одна из доставок не была оплачена и ни одна из доставок не имела статус «Собирается и далее», то есть уже не была обработана складом.
На этом у меня все. У сайта, конечно, есть еще много функций, о которых мы расскажем подробно в наших инструкциях, но сегодня время ограничено, про основное вам рассказал. Надеюсь, что нашим сайтом новым вам будет пользоваться легко и удобно. Спасибо вам большое за внимание. Я передаю слово обратно Валерию. Антон, большое тебе спасибо. Вот, действительно, как уже сказал Антон, это не все функции. Мы попытались показать только те вещи, которые вызвали наибольшее число вопросов. Также хотел вам сказать, что мы создали специальную страницу, на которой уже выложили те материалы, которые вы увидели сегодня. Также разместили презентацию по новому заказу, видеоролик полный, как сделать заказ, короткие ролики, которые вы увидели сегодня. Также мы планируем туда разместить всю дополнительную информацию, которая поможет вам разобраться в работе с новым сайтом, поможет вам прокоммуницировать с вашими клиентами, с вашими консультантами и также помочь им. И что самое важное, чем бы я хотел завершить, самое важное для нас – это ваш опыт по работе с новым сайтом. Поэтому мы вас очень просим, пишите нам, пишите ваши пожелания, пишите, что можно улучшить, пишите, как сделать лучше. Мы понимаем, что мы только в начале пути, улучшать можно всегда. Вот. И мы очень ждем ваших пожеланий, очень надеемся, что мы их получим как можно скорее. Ждем их в обратной связи. Спасибо. А я сейчас смотрел всю эту презентацию и думал о том, как же это здорово работать с удобным инструментом, с действительно удобным. Но на этом новости сегодня, конечно, не заканчиваются. И прямо сейчас я хочу передать слово человеку, который постоянно приносит нам какие-то интересные новости, рассказывает о каких-то новинках. Это невероятно. Это обворожительный директор по развитию сети Faberlic Ирена Лукьянова. Добрый день, друзья! Приветствую всех наших зрителей, которые находятся в зале, и, конечно, вас, которые следят за нашим форумом где-то далеко, находясь, но все-таки мы чувствуем тепло ваших сердец. Итак, друзья, сегодня мы хотим вам рассказать про возвращение наших любимых продуктов. И я с удовольствием передаю слово Вадиму Каслову, разработчику продуктов «Живица и формула молодости». Добрый день, дорогие друзья! Я, Каслов Вадим Александрович, хочу вас обрадовать. У нас в компанию снова возвращаются два прекрасных продукта. Это формула молодости и масло кедровая живица. К сожалению, я не могу присутствовать на нашей цифровой конференции, потому что сейчас нахожусь в тайге, где мы вот как раз собираем сырье для наших продуктов. Но, к счастью, современные технологии позволяют передать привет и сказать вот пару слов. Почему продукты в компании Faberlic превосходят по своему качеству продукцию конкурирующих компаний? А потому что в компании Faberlic все, начиная от президента компании Алексея Геннадьевича Нечаева, менеджеры, консультанты, все смотрят, чтобы наши продукты были лучшими. Наши продукты, это вот формула молодости и вообще все продукты в компании Faberlic, в нашей великой компании, они отличаются превосходным качеством. И я хочу коротко рассказать вам о формуле молодости и масле кедровой живицы. Формула молодости – это белковое питание. И кедровый белок – это белок, который максимально приближен по своему составу к белку человеческого организма. Нам за него дали золотую медаль. Олимпийский комитет Российской Федерации дал за формулу молодости золотую медаль, потому что ее принимали спортсмены-олимпийцы на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Прекрасно помогает этот белок не только спортсменам, но и всем. Вот у нас еще очень большая стопка такая благодарности от людей, которые смогли обрести счастье иметь детей. А почему? А потому что кедровый белок, он стимулирует выработку, ну вы знаете чего, которая на 100% состоит из белка. Вот. И очень многим женщинам формула молодости помогает действительно сохранить молодость. За счет чего? За счет нашего секретного ингредиента, входящего туда. Это пчелиное маточное молочко, которое собирают по нашему заказу на Алтае, пасечники Алтая. Самый
чистый экологический район. И второй продукт – это масло кедровая живица. Прекраснейший продукт для очистки печени и для очистки крови и для работы поджелудочной железы. Почему? А потому что живица, которая собирается вот для компании Faberlic, она собирается по старым рецептам, которые мы очень скрупулезно собирали, и обрабатывается при помощи современных технологий. Вот это вот объединение старинных рецептов, современных технологий и дает то превосходное качество, которое не может достичь ни одна конкурирующая с нами компания. Наши продукты самые лучшие, наши продукты самые полезные. Спасибо вам большое. Передаю привет всей компании Faberlic из Сибирской тайги. С вами был Каслов Вадим Александрович. Вот такой у нас неожиданный привет. Прямо действительно из сердца, где собирается этот продукт. А ко мне присоединяется эксперт по нашему продукту, действительный член Европейского научного общества, врач-эндокринолог, нутрициолог Зиновьева Дина Нуровна. Дина Нуровна, точно знаю, что у вас есть что добавить к тому, что не сказал нам Вадим. И поэтому мы с удовольствием вас послушаем. Благодарю. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы с огромным удовольствием часа полтора-два рассказывала бы об этих продуктах, но, к сожалению, нет времени. Хочу сказать, что я принимаю кедровую живицу, в настоящее время пишу статьи по продукции вообще, по пищевым добавкам и по кедровому белку, и по живице в частности. Позавчера только снималась в учебном фильме по нашей продукции. Ну, в общем, много могу что сказать, но успеваю сказать только о том, что кедровая продукция – это очень мощный антиоксидант. Супер-антиоксидант, я бы сказала. И это омолаживает наш организм, профилактирует образование онкозаболеваний, да и не онко тоже, очень много ведь доброкачественных опухолей. То есть укрепляет иммунитет, улучшает умственную деятельность, что тоже не мешает как в молодом возрасте при усталости, так и, в общем-то, при развитии с возрастом процессов атеросклероза. Улучшает деятельность сердца и сосудов, так как снижает холестерин низкой плотности, расширяет сосуды. Улучшает зрение, заживляет язвы при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и язвы на коже. И вообще кожные проблемы решает, разглаживает морщины. Принимается при таких проблемах очень серьезных, как псориаз, например, или витилиго даже, в комплексном лечении. Но я много могла бы рассказывать о продуктах кедра, но я вас поздравляю с возвращением этой прекрасной продукции. Благодарю вас. С вами Зиновьева Дина Нуровна. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. И уже вот Дина Нуровна сказала о том, что будут у нас ролики сняты. Я думаю, что в августе мы уже с вами их увидим, все эти ролики. Ну, а у меня присоединяются наши гости, наши любимые директора Faberlic. И это старший директор Роза Абдуллаева и рубиновый директор Ильяна Прокофьева. Коллеги, ну как вам новости? Микрофон, пожалуйста, об этом. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, коллеги, участники. Здравствуйте все те, кто смотрит нас в прямом эфире. Да, новости, конечно, просто супер. Особенно для нас, для партнеров компании, которые давно и очень долго занимаются нашей продукцией. Для нас продукция наша для здоровья является необходимым. Это не инструмент, это то, что дает нам силу. Дает силу нашим детям, нашим родителям, нашим поколениям, нашим партнерам. И без этой продукции я точно знаю, что, как можно сказать, будущее у нас такое прекрасное и солнечное. Вот для того, чтобы оно было прекрасным, для того, чтобы оно было очень ярким, чтобы мы долго и долго активно жили, вот эта продукция необходима. Мы ее очень долго ждали. И я знаю точно, когда мы на стратегической сессии запустили просьбу компанию вернуть некоторые продукты, и благодарю... Там было об этом. Да.
Это был посыл. Посыл был очень мощный, очень энергетический. Вселенная нас услышала, наши с вами заявочки, и вернула. Ура! Я думаю, что все со мной согласны, потому что на самом деле, что живица масло кедровое, что наша формула молодости, на самом деле, я подтверждаю, у нас есть очень много результатов. Результаты настолько прекрасны, что иногда некоторые не верят в это чудо. Говорят, как же так, 80 лет, выглядеть на 60, иметь формулу крови, плазму крови, 30-летней женщины. Представляете, какая чудесная продукция? А когда живица пьет ребенок, получает результаты. Скажите, какая мама будет, да? Ну, не заботиться о своем ребенке. Значит, мама будет счастлива. А если счастлива мама, будет счастлива ее структура. И, соответственно, вся наша команда будет увеличивать товарообороту. Будет возможность расти нашим замечательным консультантам, становиться лидером, потому что такой продукт просто необходим. Спасибо всем. Спасибо, Дина Нурна. Леночка. Здравствуйте, дорогие партнеры. Приветствую вас на цифровой конференции. Вы знаете, я начну с того, что природа дает для нас все. И молодость, и красоту, и даже вот эту энергию, целеустремленность, чтобы мы жили долго и счастливо. И вы посмотрели потрясающий фильм и увидели вот эту мощь нашей природы, силу, корни. Вот это величие нашей природы, но самое главное – это найти хорошего, грамотного производителя, хорошее производство, умного, хорошего, грамотного, успешного. Это самое важное. И компания, в которой мы сейчас вместе с вами, она такая. И вот они вместе объединили вот эти силы, грамотность, ум, целеустремленность, успех. И вот это чудо теперь у нас. Это не просто чудо. Это два волшебных продукта, с которыми я уже... Ну вот я в компании 13 лет. Ну будем так говорить, что с самого начала я употребляла продукт здоровья. Получила потрясающие результаты. И когда я услышала, что у нас теперь возвращается продукт здоровья, у меня не только мурашки, у меня состояние вот этого драйва, понимаете? Потому что у нас сейчас есть уникальная возможность, и у вас есть повод приобрести, получить собственный результат, позвонить своим партнерам, рассказать об этих волшебных, целебных, натуральных продуктах, которые теперь вот в наших каталогах, в наших семьях, в наших организмах, которые нас приведут к успеху, но самое важное, они будут расширять нашу большую компанию, великую, успешную, мудрую и сильную. У нас все хорошо, а будет еще лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, любимые коллеги. Спасибо за ваши теплые слова. Ну, а я передаю слово в студию к Александру. Ирена, спасибо большое. Это действительно удивительные новости. И я хочу сказать, что у нас в прямом эфире продолжается цифровая конференция «Faberlic». И еще одно чудо, о котором я тоже хочу сказать, это вот, конечно, наши все эти современные технологии, которые позволяют вокруг рабочего процесса собрать... наших партнеров со всей России. Да что там со всей России? Со всего мира совершенно спокойно в один момент в прямом эфире мы оказываемся и узнаем самые свежие новости, какие-то вот какую-то информацию из ваших уст, из первых уст. А ведь, как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну и, соответственно, продолжим. Давайте, друзья, сейчас я с большим удовольствием передам слово директору по цифровому маркетингу Рафаэлю Абишину. Рафаэль, привет. Добрый день. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Большое спасибо отдельно коллегам за такую презентацию новых продуктов. Я сам большую часть жизни провел в Сибири. Вы знаете, что хочу сказать? Продали мне этот продукт. Я пойду сразу после конференции, закажу себе и попробую все это на себе. Еще я хочу сказать, что я в полнейшем восторге от того, что происходит, в полнейшем восторге от того, что наши с вами цифровые встречи становятся доброй традицией. Безумно рад на каждой из них присутствовать. Надеюсь, что мы с вами еще будем постоянно так встречаться. Продолжая тему здоровья, я хочу вам рассказать
сегодня о новых сообществах DNS, которые относительно недавно появились в социальных сетях. Категория DNS особенная, она требует большего объема знаний, соответственно, постоянного обучения, общения, ответов на вопросы. Так что, как не социальные сети, дает возможность для всего вот этого общения и обучения? И, соответственно, я сегодня хочу вам сказать, что в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм мы сделали отдельные страницы DNS. И сейчас я почувствую немного, представлю, что я блогер, и скажу, что ссылку вы найдете в описании этого видео. Переходите, ставьте лайки, подписывайтесь и получайте супер-классный контент. Что за контент? Тот, кто довольно давно знаком с продукцией DNS, также давно знаком с обучающими вебинарами. Также он знает, что эти вебинары платные были. Понимаете, о чем я? Теперь в социальных сетях DNS абсолютно бесплатно вы можете получать обучающие видео, анонсы обучения, ссылки на трансляцию, записи обучения. Все это будет находиться в группах во ВКонтакте и в Инстаграме. Более того, я точно знаю, что пару дней назад уже прошел первый вебинар. И об этом сейчас нам расскажет Наталья Гольмгрен, врач-гастроэнтеролог, DNS-терапевт медицинского центра развития DNS-терапии. Наталья. Спасибо. Все верно, Рафаэль. Я рада всех приветствовать. И действительно, во вторник состоялся первый бесплатный вебинар DNS «Первое знакомство», который собрал в прямом эфире почти 1000 человек. Вы представляете, почти 1000 человек стали участниками и узнали о продукции DNS. Ссылка, даже не ссылка, вебинар уже доступен в нашей группе ВКонтакте, и вы можете с ним ознакомиться. DNS более 20 лет существует, и все больше людей применяют и знают аппараты. Такое впечатление, что во многих странах есть свои DNS-истории. Впервые ли знакомится человек или уже имеет опыт применения аппаратов, всегда очень важна поддержка, важна качественная информация, ведь мы говорим о здоровье. Пусть в каждом гаджете всегда под рукой будет доступно для ознакомления все, что касается аппаратов DNS. У нас уже есть план вебинаров до конца лета. Следите внимательно за анонсами. Я, в свою очередь, готова к общению с каждым из вас в наших социальных группах DNS. И благодаря обратной связи, благодаря вашей поддержке, благодаря вашим отзывам и комментариям, которые уже начали активно появляться, мы будем планировать новые темы. Еще раз напоминаю, что ссылочки на группу находятся в описании к видео. Подписывайтесь. И я призываю всех присоединяться к сообществам и быть на связи вместе. Да, Рафаэль? Да, спасибо большое, Наталья. Я также со своей стороны хочу сказать, что ссылки на эти сообщества вы можете найти не только в описании этого видео, но и на нашем сайте в разделе «Новости для бизнеса». Поэтому подписывайтесь, приходите, это действительно интересно. Контент создается качественный, абсолютно для вас бесплатный. Welcome на нашей странице. А я пойду покупать живецуси. Наталья, Рафаэль, спасибо вам большое. Ну, а я, наверное, ко всем сейчас обращаюсь, чтобы вы как-то совершенствовали обязательно свои знания, свои умения. Брали максимум от предложенных возможностей компании и стремились к новым победам обязательно. Ну, а прямо сейчас об обучении, о каком-то своем личном опыте и многом-многом другом нам с вами расскажет Ирена Валентиновна. Ирена Валентиновна, вам слово. Спасибо большое, Александр. Да, действительно, у нас сегодня очень много про обучение и, конечно, про инструменты. Многие из вас видели в социальных сетях, что у нас в гостях была бизнес-тренер Академии Faberlic Евгения Жданова. Конечно, это не просто так. С Евгенией мы записали видеокурс из 4 вебинаров для наших новичков. И вы увидите их уже в августе. Это бесплатный курс для наших новых консультантов. Также мы записали обучающее видео с презентацией возможностей нашей компании, которая тоже появится в августе. Видите, сколько нас в августе с вами ждет. Но видеокурсы – это, конечно, хороший инструмент для наставника. Но есть еще один очень важный инструмент –
И это совместное посещение главных мероприятий компании. Итак, Международный форум 2019. И мы предлагаем дополнительные условия для приобретения билетов. С 22 июля вы сможете приобрести набор билетов на форум 2019 по специальной цене. Два билета по 6800 и три билета по 6400 каждый. И отдельное предложение для самых активных наставников. 20 наставников, которые приобрели самое большое количество билетов на свой регистрационный номер, получат подарки для всех консультантов, которые были, для которых и были куплены эти билеты. У нас уже есть 20 претендентов на эту победу, но все может поменяться, у нас уже билеты еще в продаже. Что нас ждет на международном форуме? Мы, конечно, познакомимся с вами новинками, которые нас ждут в 2019 и в 2020 году. Но самое главное, мы с вами услышим и будем свидетелями запуска новой категории продуктов, которой еще не было в компании. Нам расскажут много нового и важного наши бренд-директора. Это Ирина Корнеева, Екатерина Щедровицкая, Наталья Бинат, Наталья Ишкинина. Мы встретимся с директором по цифровому маркетингу Рафаэлем Абишиным. Жалко, вот он и ушел. Мы только что с ним встречались, и там тоже с ним встретимся. И, конечно же, нас ждет выступление нашего президента компании Алексея Нечаева. Ну и, безусловно, это выступление наших лидеров. Также мы ждем на сценных Лужников новых бриллиантовых VIP-консультантов, все новые звания от директора и выше, участников и тренеров всех образовательных программ компании. Специальный гость – Радислав Гандапас. На больших мероприятиях, мы с вами прекрасно знаем, рождаются новые лидеры. Давайте вместе не упустим эту возможность. И это еще не все. Праздник продолжается, и на следующий день нас ждут с вами непридуманные истории 2 бизнес. 16 лидеров компании Faberlic расскажут самые правдивые и, самое главное, важные для нас с вами истории становления своего бизнеса Faberlic. Они расскажут, как 5 главных принципов компании помогли достичь им этого успеха. Я от всей души рекомендую быть на этом событии наставником вместе со своими командами. Вы увидите яркие истории наших коллег, невероятный заряд эмоций и, конечно же, огромную мотивацию. И это все бесценно. Ну и билеты, конечно, можно приобрести на сайте компании в разделе «Услуги». Ждем вас всех на наших главных с вами событиях в этом году. Вот такие новости, Александр. Ирина Валентиновна. Ну, во-первых, новости сами по себе прекрасны, а во-вторых, как вы их рассказываете, это отдельное удовольствие. Но смотрите, конечно, наверное, кому-то важно мое мнение относительно новостей. Давайте все-таки в большей степени обратимся к залу и зададим им вопрос, как им эти новости, потому что эти люди сталкиваются со всеми этими продуктами, со всеми этими событиями ежедневно и неоднократно. А я сейчас обращаюсь к залу. Поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет высказаться, вам передадут микрофон. Да. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые участники онлайн-форума. Меня зовут Светлана Мельникова. И я хочу сказать, конечно же, в первую очередь, огромное спасибо руководству компании в лице Ирины Валентиновны, которая сегодня присутствует, за то, что нас слушают, за то, что нас слышат. И низкий поклон тем, кто дал возможность каждому лидеру, который начинает развивать или давно развивает этот бизнес, сетевой бизнес в компании Faberlic, за то, что предложение «Теперь вы можете начать бизнес в компании Faberlic без инвестиций» становится очень актуальным. Потому что 4 вебинара для первых шагов новичков бесплатно на сайте компании – это сильное конкурентное преимущество, потому что новых людей нужно учить. И продукция, и вкупе с ней обучение, образование новых партнеров – это очень важно. Поверьте, курс, мы все прекрасно знаем, что курс создан не просто теоретиками, курс создан сетевыми лидерами, практиками, и то, что он теперь доступен для каждого нового желающего партнера – это очень-очень важно. Спасибо большое. И, конечно же, вчера мы как раз дискутировали с коллегами на эту тему, и возник вопрос, а так ли важно иметь навыки? Ведь без мотивации никакие навыки
не бывают пригодными. И ту самую мотивацию я никогда не забуду. В прошлом году я познакомилась с девочкой, которая выступала на сцене Сочинской ассамблеи. И она рассказывала нам историю. Она приехала на первые непридуманные истории в статусе обычного директора. И в прошлом году, уже через год, она приехала выступать с золотом и рассказывать, как важна в нашем деле мотивация. Приходите на офлайн-мероприятия, приезжайте на форум, услышьте этих людей сами. Вы никогда не пожалеете. Ну и да, конечно, мы готовим вам удивительный спектакль, когда каждый из 16 обязательно достучится до каждого из сердец. Ждем вас и до встречи. Спасибо вам большое. Да, я обратил внимание, что еще, кроме вас, еще кто-то хотел сказать. Да, вижу руку. Ага, пожалуйста, вам микрофон. Доброго всем дня, коллеги, зрители нашего великолепного мероприятия. Вот душа рвется сказать. Зовут меня Носков Илья. Душа рвется сказать, вот в какой еще компании, в каком еще бизнесе существует такая история, когда и руководство компании, и успешные лидеры, и новички находятся вот в одном великом вот этом взаимодействии. Вот в каком еще бизнесе, где руководство компании настолько не фальшиво мотивировано, желает удачи и успеха всем тем, кто только делает первые шаги. Ну, наверное, нигде, если только в фильмах. Вот честно, быть частью этого, этого мощного процесса, быть очень здорово. Всем это рекомендую и зовем в бизнес. И непридуманные истории. Действительно, очень мощное мероприятие планируется, красивое, яркое, которое не оставит никого без эмоций, где лидеры, я в том числе, те, кто уже прошел какой-то вот начальный путь свой, поделятся историями своего успеха. И путь каждого, он непростой. Путь каждого начинался с важного решения, с того, чтобы взять и перевернуть страницу. И путь каждого из нас – это индивидуальный путь. Поэтому такие вещи надо смотреть и слушать, и понимать, где твой путь. И если история обычного человека – это оставить все как есть, то наша история – это встать с места, перевернуть страницу и начать действовать. Поэтому до встречи с вами на непридуманных историях и на нашем сентябрьском форуме. Всем спасибо. Насчет встать с места, я хочу тоже сказать пару слов. Я восхищен, потому что у нас есть наши лидеры, наши спикеры, которые произносят речи, делают это профессионально. Но когда мы задаем вопрос залу, и из зала встают люди и начинают говорить не хуже, это какое-то удивительное ощущение, как сегодня было сказано, мурашки по коже. Друзья, мы продолжаем. Сегодня нас с вами ждет большое количество еще интересных новостей. Конечно, мы узнаем о новых инструментах и будем, пожалуй, продолжать о новом интересном онлайн-инструменте нам сейчас расскажет руководитель отдела цифрового развития сети Алексей Беспятых. Алексей, добрый день. Спасибо большое, Александр. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне сегодня приятно рассказать вам о таком очень интересном сервисе, который называется «Слиза». И, конечно, очень хорошо, что сейчас в компании так много хороших новостей. И сейчас я расскажу вам о таком интересном инструменте, который по-настоящему цифровой, который поможет вам развивать ваш бизнес в интернете. Только представьте, вдумайтесь, что если у вас появится в руках такой инструмент, который позволит буквально в несколько кликов, да, в несколько кликов выгружать практически неограниченное количество товаров из нашего широкого ассортимента каталогов Faberlic в социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. Только представьте, что при этом будут выгружаться не только, ну, не просто информация, будет подгружаться цена, изображение товара, описание товара. И что немаловажно, это будет, там у вас еще и будет ваша реферальная ссылка. Друзья, давайте перейдем от слов к делу. И сейчас прямо в прямом эфире я покажу вам данный сервис в действии. Мы заходим на сайт faberlic.com. Нажимаем на специальную кнопку, у вас появляется кнопка «Выгрузить товары», нажимаем на нее,
Вот мы уже видим весь ассортимент товаров, которые представлены в каталоге Faberlic. И сделаем на примере с нашей новинки, это серия ICO. При этом в поиске можно писать как и просто ICO, так и можно коды делать. Выбираем несколько товаров и, соответственно, нажимаем «Продолжить». После этого выбираем, куда мы хотим выгрузить товары. Вот, выбираем группу ВКонтакте, при этом можно выгружать и вашу личную страничку. Создаем фотоальбом, который, ну, как вы его хотите назвать. Ну, допустим, я люблю Корею в данном случае. Нажимаем «Ок» и выгружаем товары в группу. Переходим, соответственно, уже в группу ВКонтакте. Вот идет выгрузка. И мы видим, что вот в фотоальбоме появились данные товары, которые мы с вами только что выгружали. Теперь можно вот как раз посмотреть, как они выглядят. И можем сделать непосредственно уже написать вот пробный пост. Понятно, что его можно сделать более таким продающим, с классным текстом. Ну, здесь просто напишем там «Я люблю Корею» и добавим как раз вот данные товары, которые были только что вот выгружены из сайта Faberlic. Вот, нажимаем «Фотоальбомы», выбираем, получается, фотографии из сообществ. Вот, выбираем их, и все. То есть, вот нажимаем, да. Все, теперь нажимаем кнопку «Опубликовать». И мы видим, что появился уже пост с данными товарами. Видите, все выглядит очень фотогенично. Мы видим, что есть красивая картинка, есть описание прямо с сайта, есть реферальная ссылка, есть, соответственно, и цена. То есть, и все товары именно представлены именно в таком виде. Друзья, вот представьте, сколько времени вам сэкономит данный сервис. И когда я общался с другими консультантами, то я понимал, что когда те люди, которые начинали первыми пользоваться и развивать свой бизнес через такую сеть, как социальная сеть ВКонтакте, ну, им приходилось как раз сталкиваться с этим трудным моментом, что надо было сохранять эти картинки, выгружать там, ну, то есть очень много разных рутинной работы. Теперь это действительно возможно буквально в несколько кликов. Друзья, я уверен, что вам понравился, да, я уверен, что вам понравился данный сервис, и, наверное, вы сейчас задаете вопрос, ну, если это сервис, наверное, это платный сервис. Конечно же, он платный, но только не для консультантов Faberlic. Для консультантов Faberlic пользование данным сервисом абсолютно бесплатно, друзья. Более того, я вам скажу, вот видя какие аплодисменты, более того, я вам скажу, что у нас с компанией Sliza подписан эксклюзивный договор, в котором сказано, что данным сервисом не смогут пользоваться консультанты других конкурирующих компаний даже на платной основе. То есть это наше конкурентное преимущество, и можем пользоваться только мы. Вот. Теперь отвечая на следующий вопрос, который, наверное, вы все задаете, как же получить доступ к данному сервису. Внизу под трансляцией есть ссылка, как раз называется Faberlic and Sliza, на группу ВКонтакте. Вы нажимаете, в меню этой группы написано «Оставить заявку», оставляете заявку, заполняете данные, и уже на следующий день вы получаете доступ к этому замечательному сервису, друзья. Не теряем времени, заполняем данные свои, и уже завтра у вас будет доступ, и вы сможете развивать свой бизнес ВКонтакте и в Одноклассниках. На этом у меня все, и я возвращаю слово нашему ведущему Александру. Спасибо большое. Я хочу сказать, что сервис Sliza — это новый уникальный сервис, который станет для вас замечательным помощником и освободит ваше время для каких-то новых бизнес-идей, для новых встреч, для того, чтобы ваше дело действительно развивалось. Ну и, опять же, конечно, я надеюсь, он будет иметь колоссальный успех, но кого интересует мое мнение? Нас с вами интересует мнение лидеров, которые находятся в этом зале, и я прямо сейчас попрошу дать мне обратную связь. Поднимите руку, кто хочет высказаться по поводу, вижу, да, по поводу нового сервиса. Пожалуйста, вам в руки микрофон, и нам интересно, как вас зовут.
Спасибо. Татьяна Мигунова. Мне, ну вот просто сейчас я услышала потрясающая новость. Это такой мощный, профессиональный новый инструмент, который мы даже не ждали его, но он появляется для нас. Это, конечно, большая помощь. Теперь наши новые партнеры, они не будут ждать и искать такой полезной информации. У нас все есть, оно готовное, готовое, уже профессиональное. Ну и, конечно же, повышает конкурентоспособность. Это будет еще одна наша фишка для рекрутинга. Наши соцсети – это важная часть в нашей работе, это наша важная часть в нашем рекрутинге. И, конечно же, это большой, мощный инструмент для вовлечения новых покупателей, новых партнеров. Это здорово, это классно, это хороший инструмент, правда. И, конечно же, все зависит сейчас от нас. Компания для нас делает многое. Сделали такой еще инструмент. Это того, как мы начнем его применять, как быстро мы начнем внедрять в наши структуры. И я уверена, что все те, кто проснется завтра утром и первыми начнет внедрять в свою команду, в свою работу этот инструмент, у них очень быстро будет расти товарооборот, будет расти рекрутинг, и, соответственно, будет расти бонус. Спасибо компании, я рада за этот такой потрясающий инструмент. Татьяна, спасибо вам большое. Я вижу, еще есть желающие высказаться. Сейчас, секунду, мы передаем микрофон. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина Гнедовская. Татьяна так много всего сказала. Действительно, потрясающие новости. Здесь я не успеваю закладывать пальчики вот так вот, потому что такие новости, которые вот действительно услышала, хочется бежать и выполнять все то, что вот о чем сказано. Но самое главное, я понимаю, что те, кто не очень силен в интернете, кто боится делать какие-то шаги, не знает, вот какие-то затыки возникают, да, на мелочах возникают они. То есть с таким инструментом нам будет легко работать. И самое главное, что это действительно будет продвигать нас, не умеющих работать в интернете, но все мы хотим работать в интернете, поэтому это точно должно получиться. Вот, тем более с нашими замечательными добавками, которые усилят нас мощно во всех отношениях. И это даст возможность приглашать большое количество новичков и людей старшего возраста, которые также будут осваивать интернет-пространство. Поэтому принимаем это все, благодарим компанию за все то, что сделано, даже то, что вот, ну, мы даже не думали об этом, Таня уже сказала. Но это такие подарки бриллиантовые. Поэтому все бегом изучать. Кстати, завтра наступит для кого-то достаточно быстро. И с нуля часов уже будет другой день. Поэтому, кто знает, может быть, и ночью можно приступить осваивать это пространство. Поэтому все вперед, принимаем, делаем. Выполняем все свои квалификации и все дружно едем на наш форум. И там будут наверняка новые квалификации, благодаря которым, благодаря новым как раз инструментам люди достигнут их. Спасибо компании. Спасибо вам большое. Алексей Беспятых собрал какое-то невероятное количество добрых, теплых слов в адрес себя, в адрес своего продукта. Ну и, наверное, имеет смысл задать ему один простой вопрос. Алексей, это что, все? Я уверен, он ответит «нет» и расскажет еще кое-что о новинках. И давайте передадим ему слово. Алексей, вновь вам слово. Спасибо, Александр. Это снова я. И сейчас я хочу рассказать вам о инструменте, который был запущен еще в 9-м периоде. Это были 14 продуктовых наборов. И это, что немаловажно, был ваш запрос, запрос лидеров Faberlic. И спасибо вам огромное за вашу идею, потому что продуктовые корзины стали действительно полезным инструментом для развития бизнеса. В 10-м каталожном периоде мы запустили также продуктовые корзины, но, как мы с вами знаем, что очень важно не останавливаться на достигнутом и постоянно стараться улучшать, да, идти дальше и двигаться дальше. И, соответственно, вот уже в 10-м периоде мы запустили не просто продуктовые корзины, но начали их пробовать как раз усиливать текстом, да, чтобы было не только красивый дизайн, да, вот как вы видите, вот эти продуктовые корзины, но и уже чтобы были текстовое сопровождение, которое еще доусиливает и помогает, будет помогать вам делать товарообороты и развивать ваш бизнес. Друзья,
друзья, и у нас накануне 11-й каталожный период, и, конечно, мы этот тренд, который взяли, что постоянно надо что-то доулучшать и увеличивать, мы его сделали, и уже с 11-го каталожного периода мы будем делать теперь продуктовые корзины не только в ценах каталога, да, которые бы стимулировали бы вам, ну, помогали вам делать продажи, да, и привлекать новых консультантов, новых покупателей, но и теперь мы наборы будем делать еще и в ценах консультанта, потому что у нас есть очень много консультантов, которых надо будить, можно так сказать, просыпайся, и предлагать им продуктовые наборы уже, ну, в ценах как раз и консультантов. Ну а сейчас я с большой радостью хочу передать слово Рубинову, директору компании Faberlic, Барковой Дарье, чтобы она рассказала вам, как эффективно пользоваться данным инструментом. Дарья, вам слово. Спасибо, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас в эфире цифровой конференции Faberlic. Не секрет, что работая с каталогом, показывая печатный вариант каталога клиентам, новым потребителям или же потенциальным консультантам, мы расставляем такие акценты в виде закладок, стикеров, смайликов. Это делается для того, чтобы сакцентировать внимание, ведь наш каталог, наша гордость – это 350 страниц и более 5000 наименований продукции в разных товарных категориях. В последнее время все чаще и чаще наше общение с консультантами, с потенциальными новичками переходит в цифровую плоскость. Мы отправляем электронную версию каталога по электронной почте, мессенджерам, социальных сетей. И чтобы в этом случае сделать правильные акценты, то есть показать человеку наиболее выгодные для него акции и предложения текущего каталога, наиболее выгодные для него и актуальные товары, товарные хиты, мы как раз предлагаем изображение готовых продуктовых корзин. Итак, задача продуктовых корзин – это сакцентировать внимание, помочь потенциальному новичку разобраться в ассортименте и сподвигнуть его на первый заказ. В связи с этим при формировании и работе с продуктовыми корзинами нужно учитывать следующие моменты. Во-первых, продуктовая корзина должна быть актуальна для человека. Потребитель или его семья должны использовать эти товары каждый день в своей жизни. Поэтому включаем туда товары гигиены, крема для рук, крема для ног, шампуни, зубные пасты. Конечно же, продуктовая корзина должна содержать хиты нашего ассортимента, потому что новый консультант не знает о хитах, а вы о продуктах, которые подарят ему вау-эффект, знаете все. Конечно же, продуктовую корзину мы включаем самые выгодные акции и предложения этого каталога. Мы помогаем консультанту и клиенту сэкономить с учетом того, что предлагается в текущем каталоге. Мы разграничиваем продуктовые корзины по целевым аудиториям, потому что если мы предлагаем маме актуальные для нее средства выведения пятен или порошок, то молодой девочке-студентке скорее будет актуальны тренды в декоративной косметике или новинки парфюмерии. Ну и, конечно, как я уже сказала, задача продуктовой корзины – сподвигнуть на заказ. Поэтому суммарно корзина должна выдерживать условия первого шага стартовой программы актуального каталога. Друзья мои, я уверена, что продуктовые корзины как цифровой инструмент – это очень эффективный инструмент коммуникации лидера со своими консультантами. Используйте его для того, чтобы повысить вовлечение, повысить активность консультантов ваших структур и их средний заказ. Успехов вам и роста товарооборота! Спасибо, Дарья, что поделились такими эффективными инструментами. И применяйте, друзья, применяйте данные инструменты, данные знания на практике, и результат не заставит вас долго ждать. И передаем слово Александру. И передаем слово Александру.
Большущее спасибо, друзья. Мы сегодня с вами получили большое количество разной полезной информации. Ну, и для продвижения бизнеса, и для иных каких-то новых возможностей, которые так или иначе связаны с нашим рабочим процессом. Ну, и очень важна, мы уж как-то так с вами завели традицию, что очень важна обратная связь. Давайте сейчас обратимся к залу и... Ирина Валентиновна, вам слово. Простите, пожалуйста. Да, обратились к залу, это здорово. Коллеги, спасибо, Александр. И сейчас нас ждет с вами очень важная и нужная, и, я думаю, для всех нас интересная информация. И это запуск новой образовательной платформы. Здравствуйте, дорогие друзья, снова я, вот, Алексей, без пятых. Начиная с 11 периода мы запускаем образовательную платформу Faberlic. И уже в понедельник вас ждут 59 обучающих видео, 15 видео о бизнесе и 44 видео о личностном росте. И уверен, что все собранные материалы помогут вам в развитии и продвижении вашего бизнеса. Все материалы на платформе – это знания и опыт лучших специалистов. Поэтому доступ к платформе будет платным, а за покупку будут начисляться баллы. Внимание! Цена одного балла – 40 рублей, а начисление вознаграждения – 60 рублей. Образовательная платформа – это корпоративное обучение. Поэтому воспользоваться материалами смогут только консультанты Faberlic. Алексей, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой платформе. С удовольствием, Ирен. Хорошие новости всегда приятно рассказывать. На платформе у нас будет три варианта подписки. Это базовая, продвинутая и премиум. На базовой подписке будет доступно 9 видео, стоимость будет 400 рублей и будет начисляться 10 баллов. На продвинутой подписке будет 25 видео, стоимость 1000 рублей, будет начисляться 25 баллов. И получается подписка премиум, на которой будет 59 видео, стоимость будет составлять 2000 рублей и будет начисляться 50 баллов. И, конечно же, платформа будет постоянно обновляться и добавляться новыми видео. Сейчас давайте я вам покажу как раз, как она будет выглядеть. То есть вот это, получается, будет вход на платформу, в которой необходимо будет ввести свой регистрационный номер и код активации, и вы попадаете на саму платформу, в зависимости от того, какой вы подписку выбрали. И, соответственно, вот сама платформа, здесь все понятно. Здесь, соответственно, можно сделать фильтр, либо поставить все видео, либо посмотреть видео о бизнесе Faberlic, либо интернет-бизнес Faberlic. Также будем добавлять туда и видео о продукции. То есть есть удобные фильтры, которые можно хорошо будет отфильтровать и, конечно, посмотреть видео, которые представлены на платформе. Я надеюсь, что все осознали цену балла и все поняли, о чем идет речь. Ну а я со своей стороны, конечно, очень надеюсь и просто верю в это, что на платформе будут добавлены и авторские обучения от наших лидеров, причем с соблюдением всех авторских прав и закона на интеллектуальную собственность. А сейчас я хочу рассказать вам, а как же можно будет приобрести подписку и начать обучение на образовательной платформе Faberlic. Для этого вам необходимо будет зайти в раздел «Услуги» и выбрать ту подписку, которая вам подходит больше всего. И, соответственно, на следующий день, после того, как вы приобрели подписку, вам сразу же, ну, купили подписку, сразу уже начисляются баллы. И на следующий день вам приходят логин и пароль с доступом на платформу, и вы уже можете начинать свое обучение. Важный нюанс, что доступ на платформу после приобретения предоставляется на 21 день с момента активации кода. Алексей, спасибо тебе огромное за такие приятные новости и важные для нас. Мы уверены, что образовательная платформа станет поддержкой для всех наших лидеров. И ждем с нетерпением понедельника, чтобы уже начать работать с этим цифровым инструментом. Ну а я передаю слово Александру. Спасибо большое. Все-таки магия прямого эфира – это удивительная штука. И вот в доказательство, вот
Прям мы с вами понаблюдали о том, как запросто может у нас с вами измениться повестка, когда спикер поднимет руку и скажет: «Я хочу рассказать про новый продукт, и, пожалуйста, дайте мне слово, пожалуйста». Нам не жалко, если это действительно так же интересно, как рассказывает Рен Валентин. И Рен Валентин, вам спасибо большое. Но давайте так, мы с вами послушали наших спикеров, давайте вновь обратимся к залу и, ну, не сказать, чтобы подведем некий итог, просто спросим у зала, что запомнилось, что особенно понравилось из всего того, что мы обсуждали сегодня на цифровой конференции Faberlic. Давайте посмотрим, кто поднимет руку, кто начнет. Вижу, да, пожалуйста, здрасте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Елена Максимова. Я не могу молчать, мне прям захотелось встать и кричать, как здорово. Вы знаете, очень часто те, у кого нет наставников, или те наставники, которые не обучают, как классно, как здорово, что появился инфопродукт. А что еще важно? Важно для тех, кто не может сделать 50 баллов, ему сложно это сделать, и воспользоваться тем, чтобы использовать этот инфопродукт, купив себе обучение. И не будет проблем, как сделать 50 баллов. Я точно знаю, что уже этот продукт я обсужу со своей командой, и с понедельника мы начнем обучаться этим инфопродуктам, этой новой программе. Это очень здорово. Благодарю вас. Спасибо вам огромное, Елена. Да, я вижу еще руки. Ух ты, сколько рук сразу. Да. Я прошу вас, передайте микрофон. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, коллеги. Меня зовут Иванова Татьяна. И, конечно же, я тоже не могу остаться в стороне. Казалось бы, мы вроде бы совсем недавно встречались с вами на цифровой конференции. Такое количество было новинок, столько новостей. Вроде бы совсем мало времени прошло, но посмотрите, голова кругом, такое количество информации, такое количество новинок, ну, просто, просто невероятное, честно говоря. Я сижу, я не знаю, как удержать себя на месте, потому что уже хочется бежать, что-то узнавать, использовать. Ну, невероятные ощущения, конечно. Даже, и самое главное, что руководство нашей компании, вообще компания не просто слушает нас, а слышит, обратите внимание, именно слышит наши запросы, наши просьбы. И, казалось бы, мы уже давно с вами ждали, да, вот проблемы были у нас с вами с платформой «Партнер», да, какие-то действительно говорили об этом. Были периоды, когда падал сайт, но сейчас мы долго ждали этот «Партнер 2.0». И посмотрите, мы его дождались, вот, наконец-то он выходит. Какой удобный интерфейс, вы обратили внимание, насколько это действительно интересно, просто и доступно. Снимется такое количество проблем для новичков, которые было не совсем, может быть, понятно, как делать первый заказ. Настолько сейчас это действительно просто и понятно, настолько много подсказок. И действительно, это нам упростит нам работу. И, конечно, огромнейшее спасибо, ну, что наконец-то это произошло. Я думаю, все мы просто поклонимся в ноги Валерию и всем остальным разработчикам. Большое спасибо за такой подарок для нас. Татьяна, спасибо большое. Пока вы передаете микрофон следующему лидеру, я хочу обратить внимание, друзья. Смотрите, ну, Алексей выступил с информацией о сервисе Слиза сколько минут назад? 3, 5, 7. За это время 350 заявок. Это какое-то чудо. Это просто невероятно. Это лучше меня говорит о том, что сервис действительно популярен. И то ли еще будет. Так, у нас есть еще один желающий высказаться. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Ольга Бирюкова. И, как говорится, тоже не могу молчать, потому что вот сейчас происходит, ну, важнейшее событие, такое знаковое событие в компании Faberlic. Вот это третья цифровая конференция. Уже третья. И мы здесь вот все вместе с коллегами прослушали все это. И даже не знаешь, какую новость выделить, потому что все они невероятно важны. Очень важен вопрос обучения. Обучение для новичков. Замечательное слово «бесплатно». Прям сразу вот как-то... И, конечно, обучение продвинутое, которое могут использовать все лидеры. Замечательная новость про соцсети, помощь для работы в соцсетях компании. Вот просто низкий поклон за все это. Но я хочу вернуться к самому началу.
Дело в том, что действительно, начиная со следующей кампании, у нас наш долгожданный новый сайт «Партнер 2». И то, что нам рассказали, то, что показали, как будет просто пока еще только делать заказы, как просто и удобно, это, дорогие друзья, это снимет столько проблем с каждого из нас, вы, наверное, понимаете, да? И самое главное, что это освободит руки, даст возможность нам делать то, что, ну, собственно говоря, мы и должны делать. Наша работа с людьми, вот это наша работа, а технически нам потрясающе помогает наша компания. Ну и, дорогие друзья, закончить хочу приглашением на наш форум в сентябре месяце. Цифровые конференции. Вот вы все сейчас слушаете цифровые конференции. Это хорошо, это замечательно. Но, дорогие друзья, приезжайте на форум, потому что общение глаза в глаза и лицо в лицо, это, конечно, будет намного лучше еще и эффективнее. И это даст очень сильную мотивацию для развития вашего бизнеса. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Что ни говори, интернет-площадка – это рабочий инструмент в нашем случае, а живое общение, конечно, заменить ничем не получится. Ну и я сообщаю, наверное, сейчас торжественно о том, что наша цифровая конференция «Faberlic» подходит к концу. Однако, наверное, было бы неправильно сейчас не передать слово Ирине Валентиновне, чтобы она сказала как-то более трогательно, чем я. Ну, не знаю, трогательно нет. Во-первых, я благодарна за те слова благодарности, которые мы слышим сегодня здесь в зале в адрес компании. Поверьте, мы работаем для вас, мы работаем для того, чтобы развивалась наша компания вместе с... Мы развивались вместе с нашей компанией. Поэтому, наверное, это не совсем правильно слова благодарности в адрес компании, так как мы с вами вместе, вот то, что происходит, мы вместе это все и творим. И это совместная наша деятельность. Ну и, конечно, друзья, я хочу поставить акценты, которые у нас с вами сегодня были тут обозначены, потому что действительно компания вносит много новых, удобных для нас инструментов. И первое, мы сегодня с вами узнали и уже получили отклики, это «Партнер 2.0». Это, конечно же, наши видеокурсы. Это сообщество «Денос», которое ведется от компании, и я вас всех приглашаю в это сообщество. Это сервисы с Лизой и продуктовые корзины. Огромное спасибо Алексею Дайре, что вы рассказали подробно об этих продуктах. Ну и, конечно, наша образовательная платформа. Я думаю, теперь многие вопросы лидерские будут сняты. Осталось взять все, использовать, обучить этому наших коллег, наши команды. И поверьте, именно от этого зависит все, что мы с вами вместе делаем, и наше совместное будущее. Ну и, конечно, до встречи на форуме «Faberlic» 21 сентября. Удачи всем! Ну, а я, друзья, от себя пожелаю больше новых покупателей, колоссальный рост продаж и до новых встреч, до новых онлайн-встреч. Пока!